Знаем ли мы прошлое нашего края, сравниваем ли с современностью, каких успехов добился Казахстан? Историческое краеведение и архивы. Об этом поговорили за круглым столом в Государственном архиве Карагандинской области. Материал Бек Абдинова. Глава государства в программном документе обозначил важный аспект патриотического и духовного воспитания молодежи. Государственный архив Карагандинской области традиционно проводится с старшеклассниками школ, курсы, занятия на тему «Центральный Казахстан» в архивных документах. Потому что этот архив – это шанс для школьников не только расширить свой кругозор, но и ознакомиться с новыми историческими документами, узнать свой город таким, каким мы его еще просто не знали. То есть это заново знакомство с нашей Карагандой. Целью заседания круглого стола было изучение исторического и культурного наследия, обобщенного многовековым духовным опытом казахстанского народа через призму архивных документов. Также на фотодокументальной выставке свое участие приняли ученые и руководители учебных заведений.